райская усадьба представляет. Сегодня у нас 3 мая 2017 года. Приехали на монтаж, разгрузились. Будем собирать теплицу усадьба люкс шириной 3 метра, длиной 6,6 метров. Идут подготовительные работы. На этом пока все. Будем периодически включать камеру, вкратце рассказывать, что делаем. Итак, у нас один торец готов. Брус выложен по уровню. Сейчас будем собирать арки и делать второй торец. Пока все. Итак, у нас каркас установлен, торцы установлены. Одну стену зашили поликарбонатом. Готовим вторую стену. Так, у нас практически вся теплица покрыта поликарбонатом. Стены, крыша. Осталось установить профиль и закрепить остатки саморезов в поликарбонат. Также нужно закрыть двери поликарбонатом и установить форточный блок. Этим сейчас и займемся. Ну вот и подошел к концу монтаж теплицы усадьба люкс. Напоминаю, ширина теплицы 3 метра, длина 6 метров 60 сантиметров. Каркас теплицы у нас сделан из труб разного профиля. Это в основном труба 20 на 40, сильная, мощная труба и поддерживающие арки из трубы 20 на 20. Арки сделаны в виде ферм. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Также имеется форточный блок с ручным управлением. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 150. Брус положен плашмя. Брус пропитан антисептиком. Обращаю внимание, что обварка деталей выполнена в круговую. Теплица имеет невероятные просто размеры для обычной 3-метровой ширины. Высота стенки у нас 1,80 м. Высота в коньке чуть больше 2,5 метров. Стенки прямые, не наклонены, то есть росту огурцов и помидор ничего мешать не будет. Поликарбонат мы здесь использовали 4 мм, 0,72 плотность. Шаг между арками у нас 0,6 метра, то есть 60 сантиметров. Не метровый, как обычные теплицы, а почаще, чтобы было прочно, надежно. Все торцы у поликарбоната у нас защищены торцевым профилем. Также установлены декоративные уголки по углам теплицы. Прижимаются у нас поликарбонат и также не дают ветру попадать вовнутрь, то есть дополнительная, назовем ее, герметизация теплицы. Ну вот на этом и все. Ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, заказывайте теплицы. Всем пока!